Всем привет, с вами Сергей. И сегодня я с вами поделюсь информацией, как я буду выполнять ежедневные действия на смартфоне. А вот у меня телефон, подключенный к компьютеру. И все действия, которые я буду делать на телефоне, они отображаются на экране монитора. Так, значит, что мне нужно? Мне нужно браузер открыть. Вот, открывается браузер. То есть вот у меня, видите, руки. Так. Кликаю на Access. Значит, для того, чтобы делать ежедневные действия, вот здесь с правой стороны вы видите действия на компьютере, а с левой стороны на телефоне. Значит, нам нужно получать деньги каждый день, один раз в день зайти на вот эту площадку eSport. На телефоне это то есть, точно так же выглядит. Так. Вот она, площадка eSport. Чтобы зарабатывать деньги, надо залогиниться. Нажимаем на eSport. Точно так же я могу открыть и здесь. Нажимаем на вот этот значок. Дальше нажимаем вход. Так. Вводим ID номер и пароль от личного кабинета Access. И нажимаем кнопочку «Войти». Вот все эти действия, которые я вам показываю на телефоне. Так, дальше. Нажимаем на себя. Видите, у меня баланс 6204 SmartPix. Мой логин Wise. Что мне теперь дальше надо делать? Нажимаю «Лобби». До следующего события осталось 3 минуты 32 секунды. 30 секунд. Так. Листаем вниз. И здесь нам предлагается несколько вариантов участия. То есть вот эти кнопочки, вот эти, они, вот эти места все кликабельные. Поэтому выберите тот вариант, который вам больше приглянулся. Например, можно выбрать вот этот вход 1 из 6. То есть, что это означает? Это будет 6 участников. И среди 6 участников будет один победитель. Есть другой вариант, допустим, входа 0 из 3. Что это означает? Это означает, что будет 3 участника, и как один из них будет, естественно, победителем. Ну, допустим, я выберу... Так. 3 из 6. Ну, допустим, вот этот выберу. Так, и нажимаю вот эту кнопочку «Подтвердить вход». Успешно завершено. Так, после того, как я сделал ставку, выбрал игру, нажимаю «Начать набор». До события, до турнира осталось 2 минуты. Дальше листаю вниз. И... вот эта кнопочка «Автонабор», она кликабельная. Нажимаю на «Автонабор». Таким образом, команда автоматически подобралась. И дальше надо нажать на вот эту кнопочку. Нажмите здесь, чтобы завершить. Так, нажимаю. Так... значит, сейчас будет игра Counter-Strike. В ближайшее время у нас появятся еще игры. Итак, я потратил 50 SmartPix. И за первое место, если я, ну, моя команда выиграет, я получу 100 SmartPix. Соответственно, я еще получу ревард.
А реворды – это внутренняя валюта дополнительная, которую мы можем поменять на доллары, на сертификат Amazon. И также, собрав нужное количество ревордов, можно приобрести за них какие-то товары. Либо... Да, товары можно приобрести, услуги не продаются. Так, входы 4,6, то есть люди уже подтягиваются. Не один единственный здесь. Вот, плата за вход 50 SmartPix. Так, когда? Вот через 35 секунд начнется как раз событие. Пока сделаю паузу. Так. И следующее событие пошло. Вот здесь появилась загрузка, испытание началось 5%, и дальше будет движение вот этого испытания. То есть, как только загрузится до 100%, будет объявлен победитель. Ниже написано: моя текущая позиция 2 из 3. Что это означает? Это означает, что моя команда сейчас на втором месте. Вот сейчас моя текущая позиция на первом месте. Вот он. Это также означает, что моя команда сейчас побеждает. И если моя команда выигрывает, я получу вознаграждение в виде вот этих 100 SmartPix за первое место. Вот. Фактически на сегодня работа выполнена. Могу я смотреть, могу не смотреть. То есть... И вот эти действия нужно сделать один раз. То есть фактически 4 клика. То есть зайти, нажать кнопочку лобби, выбрать ставку, выбрать команду и начать испытание. Все. Все ваши действия заключаются в несколько кликов. И дальше, конечно, приходите уже в следующий раз и получаете деньги. Так, пока идет загрузка, я вам покажу, что вы можете получать. Нажимаю вот этот раздел «Статистика» и «История eSport iPayments». И вот смотрите, за 4 января, так, телефон уберу в сторону, за 4 января, так, что-то не перевернулся-то. У меня уже были начисления 4,58, то есть это за сутки. Из них 30%, то есть вот эти 30% ушли на репокупку, на реинвест, а 70% пошли на вывод. Пакет я приобрел 4 числа. Пакет у меня составляет $600. Здесь еще можно в статистике посмотреть. Статистика. Вот здесь статистика. Давайте я сюда уберу. И вот здесь в статистике отобразились. Да, данные еще не отобразились. За 5 января. Вот сейчас через полчаса уже начнется 5 января по американскому времени. И данные отобразятся. Значит, где смотреть системное время? Вот здесь оно написано, системное время. 11 часов 31 минута, постмеридион. То есть, фактически, почти 12 часов. Ну, также я для себя вывел вот сюда, то время, по которому работает компания. То есть, это тихоокеанское время, время по Чикаго. Так, где еще можно посмотреть обзор? То есть в разделе «Статистика» данные всегда у нас задерживаются, поэтому очень подробно можно посмотреть вот в этом месте. Балансы, конечно, доступны. И вот эта цифра, она кликабельная. Здесь надо ввести секретный пароль. Так.
И вот здесь, вот, за 5 января уже появились начисления, вот они, 4,58 Game iPayments. То есть это вот мои личные начисления без приглашений. За приглашение, конечно, это будут уже другие составляющие за 5 число и также за 4 число. И за третье число. Но здесь я вам уже расскажу отдельное видео лучше, как здесь что смотреть. Ну, в принципе, тут и так понятно. То есть командный бонус 3% идет, вот комиссионный 10%, командный бонус 3%, бонус быстрого старта 10%. И purchase of product access sport game smart picks, это включены все кнопочка top-up, то есть репокупка. И из моих денег 4,58 была приобретена автоматически покупка на 1,40. То есть 30% из ежедневных начислений идет на автореинвест. И таким образом общий баланс SmartPix растет. И, естественно, начисления могут изменяться в большую сторону. Так, ну что, испытание закончилось. Испытание закончилось. Так, давайте посмотрим, что здесь получилось. Вот, обратите внимание, моя позиция в данном событии является первой. То есть я стою первым. То есть я выиграл. Вот я на первом месте, моя текущая позиция, один из трех. Что это означает? Это означает, что моя команда сейчас выиграла, и я получил приз. Приз в размере, давайте посмотрим вот здесь ниже, в размере 100 SmartPix. Кроме этих SmartPix я еще получил реворды. Так, реворды отобразятся уже после того, как у компании будет 12 часов ночи, уже в течение суток они появятся в другом разделе, где у нас есть вот тут iRewards, обменять iRewards. Сейчас откроем. Давайте на весь экран сделаю. Так. Обменять, обменять. Так. Где-то была еще история. Потому что я много чего уже обменивал. Вот, допустим, тут написано. Ваш iRewards баланс 23 тысячи. И 10, на 10 долларов я могу поменять. Либо пойти в интернет-магазин, iRewards магазин, и здесь, конечно, приобрести что-нибудь на за вот эти iRewards. То есть, например, наушники, там, телефоны и так далее. Ну, про iRewards магазин я лучше сделаю отдельный обзор. Так. Теперь давайте вернемся к нашей игре. Значит, здесь вот это моя команда, которая мне победила, показана. Здесь есть кнопочка «Назад к моим входам», «Призы», дальше «Тип испытания». Лига, одиночный вход, входы 4-6. Так, плата за вход 50 SmartPix. И можно еще показать историю. То есть кликаю на себя. Кликаю на себя и нажимаю вот этот баланс. Баланс. И вот здесь на балансе вы видите то, что я... Что ж перевернулся-то? На балансе я поставил ставку игровой взнос 50 SmartPix. То есть с моего баланса было списано 50 SmartPix. И за приз я получил 100 SmartPix. То есть фактически это 50%, да? Или 100%. Как правильно, пишите в комментариях лучше. Короче, увеличение в два раза. Так, можно посмотреть предыдущую историю. То
6. Вот видите, здесь еще был приз. Вот здесь еще был приз. Я другие ставки делал. Поэтому можно и выигрывать, и проигрывать. Но независимо от того, что вы выиграли или проиграли, на следующий день вы заходите в свой личный кабинет и смотрите вот эти начисления. То есть они у вас будут в разделе «Статистика» отображены. Сейчас покажу, в какой строке. Вот здесь так и написано. Всего Access eSport Game Games Plan iPayment заработано сегодня. И вот в этой строчке, вот сейчас будет 5 января, закончится. И вот здесь отобразится у меня как раз вон та сумма, 4 там с копейками долларов. Вот, цель на сегодня, считаю, достигнута. С вами был Сергей Чураков. Пишите свои вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, скорой встречи.